Сегодня был подготовлен проект решения исполкома, который продиктован требованиями постановления Центральной избирательной комиссии, а именно 25 июня Центральная избирательная комиссия своим постановлением обязала города, районы, в которых находятся следственные изоляторы, создать там участки на постоянной основе. До этого участие, в данном случае речь идет о следственном изоляторе, расположенном в Малиновском районе, до этого эти участки создавались на временной основе, и такие участки своим решением создавала окружная избирательная комиссия. Сегодня такой порядок изменился, и участки там будут созданы на постоянной основе, и это уже становится компетенцией Центральной избирательной комиссии. Все необходимые для этого технические вопросы проекта решения были подготовлены, и, собственно говоря, исполком своим решением направляет документы в Центральную избирательную комиссию для дальнейшего принятия постановления о создании этого участка. Это компетенция Центральной избирательной комиссии, ведь сегодня и модератором, и законодателем в сфере проведения выборов и местных, и Верховной Рады сегодня в стране выступает Центральная избирательная комиссия. Соответственно, мы не комментируем постановление высшего органа власти. Это исключительно, да, сегодня исполком исключительно выполнил требования, если это так можно сказать, то решение носит технический характер.